Ставь лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Эксперименты». Здорово, здорово. Итак, друзья, сегодня у нас с Юрцом эксперимент со спуском с горы без тормозов. И сегодня, ребята, у нас есть просто огромная гора, гляньте, какая обалденная. И в конце этой горы у нас есть прыжок, и сегодня мы с Юрцом на крутых тачках будем прыгать через всю карту GTA 5. Ставьте лайк. И не забывайте подписываться на канал. Итак, друзья, под самое начало мы протестируем два новых чита. Две новые читачки, которые у нас появились. Это обновленный мустанг, какой-то, видимо, в кетчупе. В чем он может быть, ребят, как вы думаете? Вот. И вот такой вот еще, ребята, Chevrolet Tahoe. Tahoe. Короче, это будет прикольненько. Мы прыгнем, посмотрим в первом же раунде, кто полетит лучше. И погнали, Юрец. Но я вот думаю, что, конечно, мне особо на этом мустанге ехать сильно-то не нужно, потому что... Ага, вот так ты прямо... О, куда я в космос? Что ты полетел? Я через зебру проехал, а там у меня вообще дырки каждую вторую не было, короче, платформы. Ты полетел в итоге вообще? Смог, в принципе? Я идеально выпрыгнул, но... С читом не сравнится, конечно. А, типа это не такой щит, да, как, который летающий? Не, он не ломается, не багуется. Что просто это летит. Было со мной? Окей, сейчас прыгну еще раз. Короче, ребят, она врезается. Я беру просто минимальный разгон, вот такой вот. Просто минимальный разгон. И я что, полечу или нет? Интересно. Ну, да, и я полетел. Оу, сейчас врежусь, чувствую, да, врезаюсь или нет, врезаюсь. Я врезался. Куда я? Короче, я с минимальным разгоном в дерево врезался, братан. Она бы полетела, но я в дерево врезался, ты прикинь. Ну, ты дальше полетел, в итоге на там Тахо. А ты где? А, да, я вижу. Ну, короче, я понял. Да, я просто врезался, я разогнался буквально, я не знаю, метров, наверное, 100 буквально я поехал. Она не баговалась, что ли? Не, она сбаговалась, просто разгон маленький был, вот в чем проблема. Она с большим разгоном она врезалась, да, поэтому ладненько, это ничего страшненького. Обе такие прикольненькие тачки, ребят. Вот она буквально с маленького разгона улетела аж сюда. Ладно, впереди у нас самые интересные рандомные раунды. Окей, продолжаем. Итак, Юрка, прямо сейчас ты делаешь себе 3 тачки, я делаю себе 2 тачки, и у нас начинаются рандомные раунды. Используем именно реальные машины, такие нас не считаются. У меня первое это... Ой, дочь, как-то чинится? Это чинится, по идее, да? Да, это чинится. Первая у меня есть, а вторая у меня это Тесла. У меня все, ёпта. Ну, я понял. Я беру себе Теслу, ребят, такую вот прикольную. Тесла и вот такая вот Ауди. Поехали, братишка, посмотрим, кто полетит дальше лучше. Трассу починить же надо. А, ну почини давай. Я потому что, слушаю, ну на Тесле скорость вполне себе, вполне. Ну, не самое, конечно, лучшее, но для Теслы пойдет. А, как там будет у тебя, рассказывай, на прыжке? Потому что я полетел вроде как неплохо. А что, у меня трасса вообще не починилась? Не знаю, может, не загрузилась просто. Я, в принципе, ой-ой-ой-ой, ударился, конечно, я жестко. 780 вроде бы было, я запарковался. А у тебя как там? Я перед нырянием 720 ехал. Так, пока подрубаю спектейт за Юрцом, и Юрец полетел, и не, я за зданием дальше, ты не долетишь, к сожалению, ты даже здесь падаешь, я за кубами дальше там, да. Поэтому отличненько, это мой первый же балл, это мне нравится, идем дальше. Продолжаем, Юрка, делай себе тачки, с тебя в этот раз получается ровно... 2, да, с меня 3, поехали. У меня первое это Мерс какой-то, потом это Ауди опять, электротачка. И вот такой вот, как я по тебе скучал, мой дорогой. Хорошенький мой. Ой, тихо. Хорошенький мой Range Rover, да, я его беру себе, разумеется, поехали. Это, ребята, что, крутая Наруто, тачка. Что? Наруто? А нажми Е. Я видел это вдалеке. Слушай, 1200 почти было. Неплохо, полетел идеально. 650. Тюрикенчики не помогли. Короче, ребят, если вкратце, то тачки из первого же раунда в экстра балл не шли. Потому что просто был тестовый раунд. А вот сейчас экстра балл у нас, разумеется, появляется. И он за Range Rover'ом. Я лечу за церквушку, за речку. И рикошет еще. Воу, какой рикошет еще я поймал, крутой. Нормально так-то реально.
Прям вообще круто, ребята, полетело, и это очень хорошо. Я падаю около ЖД, видимо, да? Или как? И Щурик, ну, кажется, еще. Летишь. Вот сюда вот и, в принципе, все, запарковался я вот таким вот образом. Отличненько, друзья, это очень круто, пока подрубаю за юрцом спиктейт. А, там я где? Уже, все, а я ты уже обратно улетел, я понял. Я окей. Даже до каблука не долетел. Я понял, идем дальше. Окей, мы продолжаем. Итак, делай себе сейчас ровно две машины. Я делаю себе три машины. Поехали. Первая у меня это ужас. Вот такая тачка. Вторая это вот такое, прям ярко-зеленая. А третья не считается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если это переедет, если это переедет и полетит, слушай, у меня здесь как бы сфера хорошая. И как бы... Не, я возьму, ребят, Драгстер. Я просто возьму его, возможно, я взорвусь. Но я хочу это испытать. Поехали. Испытаем Драгстера. Ой-ой-ой. Так, все, поехал. Чего? Че по скорости? Ты куда так полетел? Какая скорость? 1013. Че? Правда, я ударился? У меня... Ой, я дымлюсь. У меня 1060 вроде было. Я жестко ударился. Чувствую, перепрыгнуть надо в идеале. Ну ты и так хорошо полетел. Да. Я, конечно, подальше. Да, я перепрыгнул. Я жестко врезался. Я понял. Я в итоге бамс, и я вот запарковался вот здесь. Я горю, да, я загорелся, ребята, но тем не менее я полетел хорошо. Лалика, так, пока там Юрец перепрыгивает, пока подрубаем спиктейт. Так, смотрим, и Юрец у нас полетел, какая была скорость еще раз, тысяча сколько? Ну, так же. Так же. Ну не, еще и в здании Фиба летишь. А, нет, перелетаешь его, наверное. Ну, чуть лучше, прям чем в прошлый раз. Да, чуть лучше, но я дальше, это самое главное. Хорошо, это круто, да. Это круто. Окей, идем дальше, впереди у нас новый раунд. Окей, продолжаем. Так, делай себе тачки с тебя в этот раз. А можно мне победить уже рандом? Нельзя. Вроде тачки нормально, но что-то тебе заводит, что еще. Пока все не считается. Первая Мерседес есть, вторая Мини Купер, а третья какой-то Додж. Хороший Додж или плохой Додж? У тебя X. Очень крутой. Да, короче, ребята, я возьму старенький Мерседес. Испытаем его. На самом деле, даже не знаю. Даже не знаю. BMW и Мерседес. Ну, скорее всего, да, у тебя очень хорош. Я, конечно, про свой ничего не знаю, но я не верю в него, что он поедет. Не верю. 500, да, не поехал. Да, это балл с тобой, как ты и хотел. Просил, просил, и вот в итоге выпросил, да? 746 всего лишь, как бы. 650, как бы, да, поэтому... Со скоростью под капотом он должен штука лететь, как минимум, был. Ну, я тебе скажу так, то, что я полетел хуже тебя, ты полетел лучше, поэтому бамс... Оу! Рикошет! Рикосет, и я запарковался вот таким вот. Рикосет, да. А, окей, покажись, спектейт, ты у нас запарковался. А, почти в Нарнии, почти в Нарнии, да. Окей, балл твой, идем дальше. Окей, продолжаем. Так, с тебя три тачки в этом раунде. Первая Porsche, вторая Audi, третья... Ага. Не считай. Ну да, не считай, делай. Блять! Я по наушникам шатал, они меня аж летели. Так, а у тебя... О, еще выпало тебе! Прям в момент, когда ты по наушникам херанул. Я понял. Блин, я не знаю. Короче, у меня здесь все странное, все странное. Ладно, поехали. Новый экстрабал. Не, давай-ка ты там где-нибудь врезайся несколько раз подряд. Главное вылететь. Давай, вылети. Ну, вот именно, главное вылететь. Слушай, летай, а у меня... Пташка. У меня... Чего? 1100? Я идеально выпрямил, братан, 1200 с копейками. Блин, такой крутой оказался рейнджак. Я в него так-то взял чисто ради того, чтобы взять его. Он полетел вообще круто, на самом деле. А у тебя автобиография, она очень хорошая. Но это не та, которая, это новая какая-то. Так, ну я вроде как на экстрабал лечу все-таки. Чуть дальше. Блин, я так лечу круто, реально. Это очень крутой прыжок, но не до... Да, ты дальше. То есть я почти полетел к своему экстрабалу. Обалдеть, как это возможно вообще? Ты где у нас запарковался? А, ну ты буквально чуть-чуть дальше, чуть-чуть. Блин, я так круто полетел. А, ты упал здесь. Я даже не знал, на что он способен, но я офигел. Ладно, идем дальше. Ну, хороший раунд. Ладненько, продолжаем, делай себе три тачки. Я пока делаю себе две. У меня первая это не считается. Не считается. Первая есть. Он на меня упал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой сендермобиль. Я тебя ждал, мой хороший. Я тебя беру. Так, у тебя... С ним соревноваться можно, а вот чоппер? Ай. Ну...
Ну да. Ладно, так, у меня здесь... Погоди, тут могла быть ваша реклама. А что, перерасчитался? Подожди. Что, перерасчитался? Что? Что, кто-то ударил? Нет, он какой-то... Книхер там, блин, не знаю, название тупое. Ну ладно. Короче... Ну ладно. Хорошо, ребята, я беру Кукусиндер мобиль, ты берешь себе BMW. Ну, у тебя тоже неплохая бэха, честно говоря, поэтому... Хорошая, да. Поэтому поехали, попробуем, испытаем, чит удачи. Чит есть чит, но... По максималке вопросы тут. Да, поэтому... Чтобы конкурировать. О, я врезался. Ёп! Я понял. Я прям по тобой проехал, я понял, это страшно, да. Было. Блин, ну на самом деле обидно, потому что была очень крутая скорость. Не моя калькулейшн. Ты прикинь? Где упал? Я пролетел между небоскребами, прям в щельку. Красиво получилось. Полети, пожалуйста. Дальше будешь думать. Да, ебой, полетел. Ты сейчас то с чем-то и... Так, ну да, я дальше. Я дальше. Хорошо. Это не экстрабал, опять-таки, конечно же. Потому что там против Хеннесси Веном делать что-то вообще там, мне кажется, бессмысленно. Там только 4, если полетят дальше. Но я полетел очень хорошо, тем не менее. Поэтому, ну-ка, рикошет еще делать. Ну, да, так в целом. О, слушай, ну так-то да, неплохо. Деревья еще поймаю, нет? Нас. Нет. А, нет. Смотри, нормально. Два рикошета. Давай, ну блин, прикиньте, это еще бы один какой-нибудь. Чуть-чуть недалеко экстрабал, так-то если бы еще шустрее было бы неплохо. Блин, нифига себе, ты смотри, где экстрабал, вот он, да, то есть буквально. Я лучше свой экстрабал, да, то есть дальше, чем я. При помощи двух, ребята, крутых рикошетиков. Окей, бал мой, идем дальше. Так, ладно, продолжаем. Делаю себе две тачки, я делаю себе три тачки. Так, у меня первое это не считается самолет. Возьми меня в полет. А, байк не считается GTA-шной. А BMW какая-то страшненькая. Ой, залагало, все зависло, алло. Эй, охренеть, это что было сейчас? Я завис, наверное, секунд на дохрена. Ну ты прям страшно, пропал, да? Страшно было, да. Окей, ладно, делаем сейчас. У меня пока одна есть только. А, вторая вот такая, а третья катись это вот такая. Катись на прицепе Сенна, Макларен Сенна, прицеп Сенна. А на самом деле, я думаю, что возьму себе вот так вот. Да, как бы это странно не было. Осталось только убрать у него. Да, где-то он убирается. А где убирается, непонятно, если честно. А если он вообще убирается? Вот я пытаюсь найти, но пока не могу найти. Так, здесь не убирается. Бампера не убирается. А может, мне кажется, сдопах? Это не важно. А что у тебя по скорости? 1040, Генезис. А, я понял. Блин, это жестко. Ладно, я поехал пока на Урусе. Урурусе. 600, 700. Слушай, неплохой, 800 есть, но да, против 1000 с чем-то это, конечно, не соперник. Блин, обидно, обидненько, потому что нужно баллы как-то зарабатывать, нужно баллы зарабатывать. Так, я лечу и... Зарабатываем. И я вот так вот делаю рикошет и запарковался вот здесь, да. Ладненько, это балл твой, идем дальше. Окей, продолжаем. А с себя три тачки, с меня две тачки. Тихо, какой-то Мерседес. У меня первая это опять Лагонда, блин. И BMW. Блин, BMW, она блин, а короче. Это на анаболиках? Я не знаю, который на анаболиках он крашит, на самом деле. Короче, это BMW, знаю, она нормально зажевывается, ребята, в текстуры, он. Поэтому я его не считаю. У меня все 138. Реально? Да что мне выпало? Что это? О, это прайс. Что это? Короче, я беру себе Лагонду. Не знаю, хорошо, плохо. Короче, я поехал. Ну, типа, я в надежде. 138 как бы не показатель вообще. У меня 170. Но... Ну, не 138 же. Ну, это понятно. Что по скорости? Какая скорость? 685. 670, 612 на прыжке. А, серьезно? Подупало, да, я упало, чуть-чуть упало. Буду дальше, видимо, или что, или в здании. Ну, рикошетики, давай, рикошетики. Не сдаемся. Не хватило. Не хватило, да, чуть-чуть не хватило. Ладненько, идем дальше, балл мой. Окей, продолжаем. Так, делаю себе тачки с тебя. В этот раз ровно получается, что две. С меня три. А у меня первое это... О, хорошо. Второе. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Логан! У меня... У тебя формула, блин. Блинский. Короче, ребята, я думаю, что Логан надо брать. Да, я Логан беру. И...
Это мы посмотрим сейчас, кто кого, ребята, Формула-1 или же Логан? Как вы думаете, кто быстрее в реальной жизни, да? Против чита Формула-то, конечно, не игрок. Ну слушай, она не самый быстрый чит. 1100 у меня. 1100. То же самое. Только как будто ты выше полетел, я прямо полетел, знаешь, такое вот чувство. А я ударился этого. Блин, слушай, я полетел-то всего лишь до рублевки. Всего лишь-то. Реально. А я чуть не долечу. Рикаш, это еще... Ай-яй-яй. Да, все, я запарковался. Ну, неплохо, тем не менее, очень даже неплохо, да, я считаю. Это было очень близок, вон по карте, Юрка, ну-ка глянем, пока через спектейт. Да, очень близок ко мне, ребят, но бал мой. Окей, впереди последний решающий раунд. Так, продолжаем. Итак, с тебя получается, что две. Ой, да, неплохая. Это хорошая машина, да, у тебя. У меня три. Первая, вторая и третья. Но у меня все как бы... Блин, ну такое, на самом деле. Все меньше, чем 180. Ягуар точно фуфло знаю. Да, ладно, возьму я, наверное, вот так вот. Ну, это чисто, ребята, уже символический раунд, потому что мне, скорее всего, машина будет явно хуже. Тебя прикольненько бэха, вроде как летала. Я до второй магистрали долетал на ней. Это которая между небоскребами и домом. Я понял. Какие 600 всего лишь, даже меньше. 600 ровно. 890 также. Понятно, я прямо... Прямо фуфло акура у меня оказалось. Ладненько, ребят, это в принципе не страшно. Но это, ребята, баллы Ерца. Ты что там, где там? Серьезно? Друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем удачки и всем пока-пока. Пока-пока.